Не держите смородиновые кусты долго в своих садах. Ну, это безобразие, когда 10 лет смородиновому кусту, а вы на него любуетесь и ждете урожай. 8 лет и смело корчуйте смородину. Лучше купите новый куст, он стоит недорого. Какие сорта нужно брать? Прежде всего, сорта устойчивые к почковому клещу и урожайные. Какие сорта устойчивы к почковому клещу? Сейчас селекционеры поработали очень хорошо. Вот посмотрите на мое полечко, ни одной нету круглой шишки. Круглая шишка – это как раз и есть тот самый почковый клещ. Вот сейчас из этой круглой шишки вылетает 1500 маленьких самочек почкового клеща. Вы должны сейчас их обобрать. Вот если вы увидели их круглые шишки, у меня их нет. У меня их нет. У меня почкового клеща нет, вы здесь не найдете. Но если вы нашли, что ваша почка вздулась, как горох, то вы срочно ее сорвали, в карман спрятали, домой пришли и в печку сожгите. Обратите внимание, вот на этой веточке такие загогулинки на смородине. Что это такое? Это здесь поработала тля. Что вы должны сейчас сделать? До распускания, цветения плодовых деревьев, и в том числе смородины, возьмите искру золотую, ампула на ведро воды, или актелика, или детиса, или шерпа, любой препарат против тли, обработайте все свои растения. И вот такого явления у вас не будет.